На Кабрице победу присуждается Тимуру Гумаринову, Кемеровская область, ввиду травмы соперника. Тимур Гумаринов, Vincent at sea, by injury of his opponent. На Кабрице приглашаются Дмитрий Куприн, Кемеровская область, Андрей Сахарский, Польша. На ковре проходит второй утешительный поединок в спортивной весовой категории до 65 килограмм. Кшиштоф Пьянковский, Польша, борется красным трибуном. Чемпион Польши 2018 года, участник чемпионата Европы этого года, пятое место. Синий приговор лицевой цивилов. Россия, Республика Бурятия. Давайте так это сделаем. Боец цивилов бронзовый призер чемпионата России. Победитель международного турнира «Шахтерская слава» 2015 года. Победитель международного турнира на призы главы Республики Бурятия. Тренер Томаш Тарчинский, Андрей
трехкратный чемпион Польши, пятое место чемпионата Европы 2016 года. Договариваясь явным преимуществом, победил Боян Цыренов, Россия, Республика Бурятия. Боян Цыренов wins by technical superiority on their knee.